Пекинский суд приговорил к 7 годам тюрьмы 71-летнюю журналистку Гао Ю за то, что она опубликовала в зарубежных СМИ секретную информацию о деятельности Коммунистической партии Китая. Журналистка не согласна с решением суда и намерена подавать заявление в апелляционный суд. Хотя в 2014 году Гао Ю признала свою вину, однако позже обвиняемая заявила о давлении со стороны властей. Западные страны раскритиковали решение суда. Европейский Союз осуждает это решение, так как оно противоречит принципам свободы слова. Ранее Гао Ю уже была неоднократно судима. К примеру, 4 июня 1989 года ее задержали на площади Тяньаньмэнь во время забастовки студентов.